Что? Да это просто шинковка. Да ну нахер, блин. Можно вернуться, а? Вот так вот. Вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, и в очередной раз мы пытаемся продвинуться дальше в игрушке Dungeon Nightmares. Вторая, мать ее, часть. Восьмая, блин, серия. Шучу, конечно, не восьмая, но может и до нее дойти. У меня просто такое сейчас слегка приподнятое настроение по тому поводу, что до этого момента, где я заглох в прошлый раз, где завалили нашу с вами героиню главную, я доходил целых два раза. И это не может не радовать. Вот не может просто. И это не считая тех... Так, опять, сейчас упадем, да? Ага, плачет таки, да? Я думал, галеный уже. Не, нормально. Давай, все, падаем. А, поехали, ну поехали. И говорю, это не считая тех двух раз, которые я доходил под запись, и все это вы видели. Поэтому, ну, в общем. Сейчас посмотрим, что это нам сулит вообще. Найти следующий ключ. Да, найдем. Если не убьют, конечно, до этого. Дверям я вообще не доверяю теперь. Но лучше уж двери, чем вот эти вот зубы. Так. Видали? Но это нервы, это нервы. Это никак иначе. Как нервы не назвать. Нифига себе, здесь костер какой-то. Кто пишет? Серийный убийца пойман, короче. Надели на него наручники и повели его на казнь. Это его здесь прямо сожгли, да? Серийного убийца. Наверняка. Не, красиво, я не спорю. Так, для антуража очень даже. Разбавить обстановочку. Но здесь нет ни переключателя. Ни ключа. Ну, допустим, здесь была газета, но... Но мне газеты-то вроде как не нужны. Мне нужно найти следующий ключ. Вроде бы. Понятно. А я думаю, чё это нету этих долбанных гильотин, а? А потому что я вообще не туда пошел. Можно было, наверное, не ходить. Туда. К костерку. Так, чисто. Последний путь Джордана Бруно там. Был. Остановился прямо перед ней. Знаете что, а если пойти в другую сторону? С одной стороны, я тебе фиговины хоть еще могу обходить, да? Блин, вот и куда? К маятнику? Ладно, пошли к маятнику. Фиг с тобой. Так, давай, быстренько. Я умею проходить. Нифига себе! Нифига себе, надо было мне только собраться, так тут сразу такая херь. Лучше уж маятники. Уж лучше маятники, блин. Чем это хреновина. А, это фигня. Ладно. Ну давай, порадуй меня. Ключ. Нет, записка какая-то. Да, я не мог заснуть прошлой ночью. А как тут заснешь? Не будем читать, не будем кликать беду. И побежали. Отлично. Ноу! Их же нереально пройти просто. А там впереди еще, может быть, подстава ждет, да? Ладно, похер. Ну! Да сучка ты! Падла! Да я понял, все, это невозможно. Я просто не знаю. Нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы не убили они. Или же пофигу. До лампочки, любое время. Ну, вон, кровушка чья-то. Что это такое? А, это вентиль. Фух, ладно. Но это лучше, чем зубастые двери. Да все, все, расслабься, роднуль. Эй! Еще эти трубы долбанутые. Надо обходить стороной эти зубастые двери. Ага, ну падай давай.
Молодец. Второй раз падать будешь? Слушай, да ну перестань! Я даже не знаю, на что реагировать, блин. Я даже не знаю, куда идти. Мне так страшно, блин, начинать все заново. Капец. Ну, к той гильотине надо сходить, да? Или не надо? Вот это похоже, что-то похожее на подставу. На тупик. Ага! Нет, знаете что? Это, наверное, там вот видите, сколько дверей этих? Она не одна же, да? Да, за ней еще одна. Нет, задницу. Не хочу я в этот коридор смерти. Я второй раз зайти просто очень буду долго думать, прежде чем зайти. Очень. В прошлый раз это все плохо кончилось. К тому же у меня никак не получается угадать правильную дверь, чтобы хотя бы проснуться в этот же, сука, день. Перед этим же, сука, спуском. Ну давай, второй раз. Давай. Ну? Нет? Ну ладно. Не хочешь. Ей нужно больше времени, чтобы перезарядиться. Где рычаг? Где этот рубильник, блин? Что пишет? Что? Да, у меня тоже странное сегодня самочувствие. Точнее, чувство. Такое, знаете ли, странное. Мать твою, а? Как ты меня напугала, блин. Ну давай. Чтобы тебя, блин. Открываем, а здесь-то чупакабра долбаная. Тарится, да? Или нет? Зажечь, что ли, свечечку? О, это нам знакомая картина. Нет, нет. Я слишком долго сюда шел, чтобы возле картины, возле этой долго стоять. И ничего нету. В общем, я получил по соплям абсолютно за здравствуйте. Ладно, тут еще есть возможность налево повернуть. Давайте ей воспользуемся. Ага. А второй раз упадешь? Нет? Ну ладно. Да, я знаю, что я обделалась. Я это знаю. Я все знаю. Я сам то же самое обделывался, блин. Нормально, все окей. Так, а здесь, значит, лестница? Да ты даешь вообще. Этого... Да ну нет! Опять эта хрень! И что впереди? Зубастая дверь? Твою-то мать, а! Ну ладно, я аккуратненько. Я аккуратненько, да? Ты дашь пройти? Дай пройти! Тварь. Что, она еще не одна? Вот те она. Дайте назад вернуться. Ну ладно, эту я должен пройти, да? Должен. Давай. Есть, да. Такие двери я могу пройти. Хорошо. Что? Да это просто шинковка. Да ну нахер, блин. Можно вернуться, а? А смысл, да? А где дверь была? Или, может быть, действительно назад пойти? Нет, та же, вот она. Ну все, это типа, пошинкуйте меня, нарежьте, да, меленько. Это считается за удар, интересно, или нет? Я не успею пройти здесь в жизни. Ну вот, то, что я и говорю. Сука, блин. Ладно, здесь лестница, да? Здесь дверь. Дверь вроде без шипов. Хорошо. Без шипов это уже кое-что. Они тут в этот раз меня решили радовать прям новинками, да? Ладно, подожди вышибать. Подожди, давай. Ключ. Да, есть, наконец-то. От какой? 311 двери. Что-то написал мне 27 сентября 2008 года. Я нашел страницу из газеты. Она выглядит важной. Это я... Это про ту страницу, типа, из этого? Из той комнаты, что ли? Или как? Так, еще? Ну, давай, только не кали. Отлично. Так, здесь еще что-то накорякано, блин. Мои друзья... Все, короче, хорошо проводят время сегодня, но...
Все, о чем я могу думать, это то, что я видел прошлой ночью. Ну, естественно. То, что я видел прошлой ночью. Так, я совсем уже немножко заблудился. Совсем немножко. Видите, как я умею говорить? Очень круто. Знаете, что я думаю? Я думаю, что мне очень страшно спускаться в этот подвал. Прям не то, что очень страшно, а просто супер страшно, блин. Давайте оставим его на потом. Тут вроде что-то было красное, нет? Мне показал? Ага, лифт, да? Да, лифт. Что пишешь? Мой лучший друг вернулся, и я начал волноваться. Точнее, не вернулся, наверное. Или вернулся. Смотря как он относится, или она относится к своему лучшему другу. О, вот это подарок судьбы. Ну, все. А ты откуда здесь, Дэвид? Все, ползем, да. Че оно? Во, все, нормально. Это был подарок судьбы просто. Просто подарок судьбы. Знаете что? Эта серия будет короткая. Ну, точнее, для вас она будет короткая. У меня она была прям вот длиннее, чем хотелось бы, поверьте. Вот длиннее, чем хотелось бы. Но факт остается фактом. Нужно тонко почувствовать, в какие, сука, блин, направления идти не надо. С этими зубастыми дверями. Я имею в виду. Потому что не обошел я там очень много чего. Вот реально очень много. 3 марта, блин. Все дела. Нигим! Ура! Да ты шо? Мужчина ей нужен только, чтобы книги носить. Что это за обучающий фильм? Серьезно? Реклама Palmolive? Да не гони. Ну, хватит уже умываться. А все остальное мыло впиталось, да? И всего через 14 дней ваша кожа на лице будет как попка младенца. Да, говорит, да. Это тонко, знаете, тонко. А что не шампунь? Palmolive soap is 100% mild to give you everything you need for skin. Вот так вот, да? So get 100% mild Palmolive soap. Да все, они уже сколько раз они собираются сказать про этот Palmolive, блин. Все, выйди нахер. Обалдеть. Давайте посмотрим, что там в. А разве здесь была включена вода? Кто включил воду? А может и была. 311 зайдем, посмотрим. Что у нас тут 311? Здесь же меня не убьют? Я надеюсь очень на это. То есть как это? То есть произошло вообще? Кинище мне нужно найтище. Может быть, 311 будет пленочка? Ну совсем темно здесь стало. Вот совсем темно. После того, как свет перегорел. Это не моя комната. Там что-то красное. Там нарезают. Давайте сюда пойдем. Только не убивай. Я тебя умоляю. 309? А что здесь такое еще? Ну вот она 311. Давай. Что там такое, блин? А, тому место. Все понятно. Теперь я понял. Все хорошо. Да ты гонишь. Да ты просто гонишь. Слушайте, я вот думаю, что сейчас начнется следующая серия, блин. Просто. Повор. Поворот не туда. Ой, ножичек и квазимода какой-то, да? А двери за мной закрылись уже? Конечно же, должны были. В лучших традициях-то. Понятно. Девочка сожгла дом и сама сгорела. Ах, вот так вот, да? Там мертвый, там труп, короче, мертвое тело. Так! Тихо, блин. У меня, в общем, ключ есть теперь.
От комнаты с причиндалами с разными. Ништяками. По идее. Есть же? Где только эта комната, блин, я не знаю. А здорово, здорово, свет выключился. Вот сейчас стало вот вообще интересно. Не такая уж короткая эта серия получается. Да, 313 мы, кстати, уже были. Где тут? А, вот она. Да. И... Слушайте, вот это вот уже похоже на то, что сейчас за мной дверь захлопнется. У меня паранойя. Паранойя просто на полную уже развилась с этой игрой. Это при том, что я нифига здесь не вижу. А-а-а! Здесь рычаг! Да! Все нормально. От нас даже тень есть. Серьезно? Нет, не от нас тень. Это показалось. А, может быть, теперь работает этот лифт? Возможно. Возможно. Сейчас нас напугает опять до полусрачки, блин. Свет не включился, ну и не мудрено. В двери я вообще уже даже постучаться не могу. Типа нехер, потому что стучаться в двери. А где теперь лифт? Вот здесь? Здесь лифт или... Да, вот лифт. Ну, в общем, что нас ждет в камере пыток на этот раз, мы узнаем в следующей серии. А это, наконец-то стало хоть небольшим продвижением вперед. Это просто капец, потому что как долго я к этому шел. Но все-таки пришел. Вот. Интересно, сколько еще спусков вот с такими вот приколами, блин. Ну, посмотрим. Я надеюсь, нас не будет так просто жевать дверями, блин, жестко. Или, как минимум, будут либо вот эти вот сдвижные, створочные, блин, или маятник, который можно пройти, если ты не обосрался и не бежишь от мумии вообще на всех парах. Вот как-то так. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!